Үйті күнен сайдам саха жанам. Эхеги бұжы көскай берені қарағыд. Бігеге күн айы араз жалабытынан автобуғынан үлебетігер жаланан хиджабыд, көрапыт араз мұннығар тиер кіқтақпыд. Бүгінгі береге бігеге бұл олақпытын чеп-чеппет общественне транспорт. Қаддақ қахан бігек көрапытер бар бұл бұтын білеқпет, оны тағынан япааққа, онына кейін диспетческісі ұспаға тие хиджақпыд, бігегеннен берге болуд. Билигин биһиги кораттагы пассажирская автотранспортная компанияга олабетер япакка келен турабыт, корапыт общественный транспорт историята бу мантан хагаламыта диек касеп. Сихили Алексей Семенович Бурнашов капсега. Дравалрын. Алексей Семенович, бу же ахиги компанияга хайдак терилибитин уна автобус пут историята хайдак хагаламытын капсянере. Япак терилибита кенте тогосыз биһем бесыллакка аксынны бир күнгө терилибита. Кине бастан терилдерге базата Чернышевская улусаға барыта. Онтон хетті оны сыллардағы автодорожная 11-ге терилден үлеләбіттіра. Олонтон ағуғын төс сыллақтан Рожков Юрий Иванович териян кине салаян бұл япағы бүтінліктің луатынныран. Олонна бүтінліктер уапсай делері тұттыран. Сүйіс ағуғын алты кейеқа квартиры бербіте. Онна общагалары туттаран арағанай хиддеттен кәлбет Арменияттан, ол бұл сеттен баратыттан кәлбет жонларға уапсай берен бары онтан кәленнер үлеләбеттері олырын. Онна детсат бар әті, специаліне япақ үлееттерігер, мағахын туттар бұта остылы бой бар әті, бірәмі конторы бұт ехігер, ол онна жүк бұт. Онна медпуын бар әті, оттан үлеміне хашвелеттерен кәндігі автомойка аспыта. Манна идея ол автомойка бүтүнүтө автоматическая это олны кидакына колор унан ар уна шотканан суйтерер это бүтүнүтө тугун автобустары кейлитнен бете уйбат это бар автоматическая суйуллана оңолор это аха дратык ол хаганагыны актар боллакка кулубра амбастан кас маршрут бар эте кас автобус бар эте яна кетту оо агын төт сылтанла кулубра мине эттакбына онна 10 ас маршрут бар эте. Он на 200 автобус таксан лилир это коракка половра. Он на дашага тют автобус лилир это. Он на пригородтерга баратгар он на тостухнан автобус таксан на половра. Манга табага тулага кангаласка лилир это автобустар. Половра эти бир күнгө таксырга 200 автобус таксыр это корат эге. Отчет бак автобус бар это. От автобус бүтүн дүйдө бу парканын лахына колобра 400 автобус бар болот это. Отчено онун лахына кас бир автобуска килик эле дирет. Отчено төлөк албакы тыгынчынан кей колобра эле дир валлаги. Ол 400 автобуска агыс сүзке болан калган болонтон аны булгак терген ден аны алаячыларын ден аны актакына колобра тыгынча такта кей болот. Эмнеге албакы болот. Оттон беймесин кабыралата автобустардан бастан билега бастан 100-105 ден автобус тақсан сүйрер ете, оны грузовой машиналар еме бағалар ете, газ БМ-1 ден автобуста. Онтан сүйе бағая пас автобуста ден көсті біттірі, олар үлілі біттірі, ол кәнеттен аны туақтар кәл біттірі. Лиаста ден, біле Нұрваққа сарай ден аттанар автобустар олар кығылым неға. Олар кәленер үлілі біттірі. Ол автобустар ол қолыбыра, ол 200-тік автобус тақтырғар, ол автобустар үлеләбеттірі қолыбыра. Барыта сарайдар, ондай екі арыстар кәнен үлеләбеттірі, олар барыта мезгіраққа хедиллар әді. Орыққы біреме ола Горнайнан, тұғынан Покровскайнан, Амманан, туақ партығы бүтіндідің кәргендер оңырылар әді. Онына қолыбыра, онына кенеқа ола бұл япақ әхінен тәрілтілер, туақ бар нәйленілерге бараларға бағалар әді. Нәйленілер құлмы. 19 нәйленілер құлмы бар әді. Кені филиалы қолығыра япақ кені. Өтті ұлақан тәрелтеттен білген атчан-атчамы қолығыра бияға білген әтті онша автобус үлелі дақса. Бірігіректі қолығыр автобустарын қатасы дейін бар, табага, қангаласы, маған бар, тұлағын келдіянсы бар. Оның маршруттарына қолығыра қайдырып. Оны қатшы еуір. Оның маңына көрәт егер Сайын әрі дашаған еңіздерген автобус ағалда қолығыра. Намсүйріске тұрақынен онына еңіздерген ағалда. Алексей Семенович, үләғатын бұл бісектің бағарабын қанды кәлін тұрабыты емінді тоқ болай. Бұл япақ ремонтна изонатаген, машинаның оңыры сиреген бұллағы. Ол онына кәлендер антак проходной проверка на бараллар машиналар. Онтон то коловур водителюлери олюлерам баракия келенин тугара аджанарыкми куллана нукелен уже механики көтүрөр коловура. Аллар түр меха машина бар тугара түр машина миндери түган калла ген коловура көтүрөр буллады. Оны механик ямага кирен көрөр барытын оны жагына соңрон манна коловура заябка дем бар. О заябка сүрүнүтө Оно бу манна бу механикте бе манна биһаллар бу. О машина кел бидинкенне туга аджаммытынан бу сыяктарга турора бу колобура. Көлөһәтә җәммү пуллагына онно шина монтажны сыякты. Ол оннан аһа. Онтан бу чуд дальше кедән истәхана кузовной сыяктен кела. Аһа. Онтан бу була электросыякты. Электрикаләрен аҗаммы пулла колобура онно турора. Зоналарынан бартаракса. Онтан бу буллагына колобура бу манна Киддагана буманда рестората колобур бу аджаммыт машина киддагана буманда подъемника туранера ондан ораллар. Оны боллагана бу лаха машиналарга олар ресторан генден суа колобура. Кинлеге пневм баллон дем андык эрихинке баллон ба. Ол баллон өтө автобустары көтө кайда. Колобура. Оны колобур халгына таксан алла бидемете көрбүккө боло. Манда каннери төһөм автобус аяндан хери. Во онны боллагана ол кинин пневм баллона Кестен халлағына қолауыра, маңда қаннері түйен қалы. Кенекәрі сөресі де түгеді оқ қолауыра. Ол халғын күйе кенінің көтіға өйде. Ол тоған нүктеді әқіне ол кені аянлығыр біле күйістер келгенің маңды келгерді. Оны біле әлбәқ кейілі ақбарын дейін қаннері түйен қалбатын дейін. Қаннан оғырусқа береді ол өткөр халғының күйістке үрен берер. Автобус бастаяны маңды көнеті көйені. Бу колобура ресторан бу бар бу. Аха. Бу рихине көтөгө жер автобус бүтүн дүтү. Халгына таксан халлагына кини түһө кала. Ма хамай антубата биха бухтурда. Аха, сам хамай антуга колобура бу рихинке боллады. Ол хеттим бига кая баран калар кайны. Аха. Бунда итинне болла колобура халгын берер бу манна бар. Салгын берен кини колобун манна ноңуруске бердигана күчтө халгыны бу манна берер колобура кини. Потому что наши сюжеты кухонные, бо баллон куда было. А, бо. Потому что бо маннек алта штукалак, бо автобуска. Бо индикатора, эти колюхе кандидатора, бо манна бахаловра. Бидет юрис тустука, ол индикатор метра ролл, вокер. Тут пять тургенные коловра хайри, бо бир коловра эрихине, хиджен хиджи. Потом качество тут тантурутка. Коловра качество тут чуе господлагана бир хлебин тахиджа коловра. Onun mültə kaçıstvalar qullarına harazı götürür. Qaya baran qalar oçona halqının da haraydır boladı oca qatanmaz. Ana manna kellagana böyle kötəgəllər mana ondan mexanik gələn bu manna qolovura görən diaqnoz durur. Bu urologiya qolovura bu manna təqata hamsı verin deyə qolovura. Ona çoğana bu manna ulara taqat deyə qolovura etə. Ona bu manna vallahi belə tormastırğar manna tuaq durar. Bola pülnik deyə. Atan bığlı kelebet karısqal var bunlar. Onu kolobura öğlen verirler, onu körüğün kolvatkata tormağın kene çara ahabıttı huoktur. Çara ahabı bulağına kolobura, onu ustanına kendiler ularatallar ona kolobura. Ona piyi kurduk evitti. Bu manda bu arada. Yağınağın turorarga barıtan. Barıtın körüğükkana da. Avtobus ihin bulağına bütünlükte heger barıta motorçuktak manlık oğukta turarlar. Oğlum tuğaya dekıhın narma oğuktur. Bile elbək var motosiktak bula, onu tuğaydırı umayan qalarlar, qaynırlarsa etini verir. Onu oğlu istiyor bardağına, bana kötü ol diyem bari neyha. Bu turar, bu kötü ol diyem. Вот elektrik делает. Bu kötü ola çasta kastı. Onu bu, bilin tümlütü hergey bütünlütün öğlen, rahattan onarırlar. Bu bollağına kolağır bu keller. Bu kellerine bolla bu manna kene bile payayına lampa koyduk üyelen solutar olduğunu. Onunla manna sirkülasyon üyeten o oğuklar göğülüğünü üyeten. Kolağır bir yaka kötü oltura dedi ya. Oğul kurduk kene sistemden üyeler bu. Hamay kılavında. Köpküreler. O hücredi bu. Norvaka bir blüt yanahtılar. Öte ürdügar gaz. Bollonlara turarlar, ağız ostuka bollu. Ol bollonlar bollağına bile naha olaqan tümniga kondensatı öskan xalaydır, bu toğallar. Ol onunla küneyxem anlık edildukta diyen bari, ol anlara yoğuğa ол иредуктор биле күммешелерге туаққа туақитар боллайды. Гасита олон туа аста тоңа қалы. Дүня багривати Аллах ол дүня сөндір. Ай Тебе условия там не товар. Он билет ахсалларга истас уаттарын бардым көрөбүт. Индиге тиен фаараллара, билет түннүк растылдара, мен үлелерин бардым көрөм. Аны тормаста атагына халгына тактар дуктууча корочу бүтүнүтүн көрөм була. Эми ки удук була бүтүнүтүн көдөгүнө дорой болгана манта тактан барат деп көрдүк. Күнді көрәтшілер онтан білген бейге бұл автобустар ұтатшылары хасырдалыра қайдақ хағанарын, қайдақ түріктәқтерін білек бет. Әлерсе Семенович бұл бейге қанда кәлем тұра бұтын, қайдақ хасырдалыра хағаналарын көпсек қыра. Бұл диспетчерскайге кәлем тұра бұт. Жоғына хопаддар желереттен бартын қомуян 5 аңар тасқа манна қалалылар. Бұл білген хопар керен манна диспетчерскайге керен путевкалар. Хасырда хопардар лөлік әділер. Онна хасыда холобра жуурна автобус агалар хоппадыры. Кенлер булана холобра 5 час 30 минутага, 5 час 7 минутага каденден бу диспетчерден путёвкалалар. Онда путёвкалаларга праваларын көрдүрөлөр, онтан бу путёвкаларын алалар. Кенитте. Же бу билген диспетчерден тагыстыгы онна утуакка келебет, медикке келебет. Хасырда мандык ахаллар бар хоппадыр. Билерге кедилер дагын бу бенди кенлери көрөр, бартын да хурияр аттарын суалларын. Семена холора күнүнө каскеге да катчыны. Семена холора сүбө автобус таксар болгону аларды сүбө водительден. Сүбө водитель хасер дайым автобус көтөрөр, уну баатын дөрөр. Тохорор болгону отутту, кет акчын сөптөн уну араханай болгону холора графикте. Холора өрөбүл күндө гаяк таксар, үлө күнүгөр албак таксар деген холора. Аны да буйняларын холора күнай бир бекилдер. Бу күнай бада улайдын перекелдер. Ата холорары үрдүк боллагана, коридор беде хөттөплана уже мен сухаллык улары 90. Уже каябат үлөгө тахарбат. Мана ураты дайта норма ден барту, эвет аталды. Орто пульстара, токтора эффектив болду дагы норма болду дагы үлөлөргө колгор такталар болду. Дагы бу пульстара түбө ачыгына колгор билеттен аргес педиген боллактына сырады билдер болган колгор. Бигеде дагы интолап пот уже каябаттын бу барасусе. Инде лага тахарбат. Онтан манна каян баранда үлелерге таксанбат. Ок, бу мантан аны билген ол тоққа барабы. Механикке барабы. Диспетчерден путёвкалалар, оны дорбойларын көтөрөлдөр, онтан водительдер манна калалар. Онна бу манна кирелер. Вот он идёт как раз один водитель. Бу манна билген кәдилбет, бу осмотр технического контроля автобусы бербекке хиддерге кәдилбет механик олар бу. Механикке кәлән путёвкаларын берәлләр. Аны механик путёвканы ылан баран тақсан ите яма бар итне. Ите ямага автобуга алаллар. Ол автобуга кирен кине рулевой управлениятын, тормозной систематын көрә. Бүтүнүтө халгын тахара ду тахарбатту рулевойга люктак төлүгө октуя. Оны эстас тон асыжениятын көрдүр халгыра. Хама хүрүндүн көрөр. Ол кенеттен де бирде кине путёвкага или батты. Допущена работа коллаборакине. Очевидно, где органы так и не либеры. Üstügüllük bereket. Tabii kendiler canları tahallar bulurlar. Diye olayın kayandan da bereketini bereket nada bulurlar. İtirik ki hikayeler müleyi tahsilatın kurduk diye kıyamata bulurlar. Olayın bir körör bulurlar. Ondan manna bulurlarına antak bulurlarına beylerin duruyorların körörler. Манна болланы автобус дөрөгөйдөн көрөр. Колора мекени бүтүнүн кайтагы бу машинелер дилелерат, уата тегартык бартын бербеккелер менен дилелер керек. Элсиси менен ушул хамакта капсайны деген, онда же бу күннөгө түбүткүн маннык түбүктөр, ажыга эпетместер улага деген ул хамакта. Сиз Ну а сейчас я нахожусь в очень интересном месте, это Центральная диспетчерская служба. Это единственное место, где происходит мониторинг городского и пригородного транспорта. Сегодня мы здесь увидим, как все работает, и в этом нам поможет директор Центральной диспетчерской службы Андрей Владимирович Шелегин. Добрый день. Добрый день. Ага. Как началось ваше утро? Ну, наше утро начинается, как всегда, с работы. Наряд. То есть диспетчера наши делают постановку в наряд машины и потом начинают контролировать. Ну, пройдемте, будем. Наша служба образовалась в недалеком 2011 году на общем собрании руководителей перевозчиков. Было принято решение, что будет создан единый такой центр управления всеми пассажирскими перевозками. И вот создалась наша Центральная диспетчерская служба. Основные цели и задачи нашей службы – это мониторинг общественного движения, общественных перевозок, потом, получается, повышение качества обслуживания пассажиров и безопасность пассажиров на транспорте. Это вот наши три основные задачи, с которыми мы работаем каждый день. Вот непосредственно мониторинг это выполняет у нас диспетчера. Потом повышение качества обслуживания, это больше относится к техотделу, к нашему отделу планирования и отделу статистики. Это, получается, мозг нашей диспетчерской службы. От нее очень многое зависит, то есть развитие всего нашего коллектива. Ну и безопасность движения, безопасность пассажиров – это такая небольшая цепочка, получается, пассажир, диспетчер, полиция. То есть это все тревожные сигналы, которые нам поступают по программам WhatsApp и по сотовой связи. Ну а сейчас мы узнаем подробнее о работе диспетчера. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Мария. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот примерно, как у вас проходит день и вообще как он начинается и что я вижу на мониторе? Ну, как у нас проходит день? Мы приходим, открываем свои рабочие программы. Для рабочего процесса у нас три программы мы используем. Это программа «Диспетчер наряд», программа «Карта» и программа «Отчеты». Накануне вечером диспетчер вносит данные, то есть графики на следующий день. Открываем программу и видим полностью все расписание на сегодня. То есть, если хотите, вот могу показать. Да, давайте посмотрим, вникнем немножко. Да, вот расписание всех маршрутов сегодня. То есть мы вот открываем любой автобус, машину. Берем, например, какой маршрут? Да, это первый маршрут, берем его конечно и можем увидеть полностью расписание вот данного конкретного автобуса на целый день. В 6:40 он выйдет, да, в 6:05. Да, в 6:05 он выйдет, как он пройдет по своим контрольным точкам и вернется на следующую конечную. Ага, да. 7:40. Вот, ну вот благодаря этой программе мы видим этот процесс. Благодаря программе «Карта» мы видим, получается, в режиме реального времени все маршруты, которые есть в городе. То есть мы можем поставить на карту вот какой-то отдельно взятый маршрут, либо поставить на карту все машины, увидеть, как они двигаются, куда перемещаются. Если, например, происходит какая-то нестандартная ситуация, с помощью истории движения мы можем отследить, ну, что произошло, где это произошло, с какой скоростью и куда далее там передвигалось транспортное средство. Ну, естественно, есть программа отчета, которая полностью отражает все перевозки с указанием полностью всех, кто был на линии в данный момент, или кто отсутствует, с указанием причины отсутствия. То есть все вот это контролируете? Да, мы видим весь этот объем. Ну, отчитывается, получается. Да, и мы все это еще и отчитываемся. То есть у нас, ну, итог нашей работы, это вот, да, мы подаем еще отчетность. То есть вы целый день в таком напряжении, наверное, сидите, да, сосредоточенности, многозадачности? Ну, безусловно, да, безусловно. Режим многозадачности присутствует. Да, у нас мы очень, ну, у нас есть связь с водителями, с директорами, то есть, ну, пассажиры также, мы помогаем пассажирам, как им добраться, да, из точки А в точку Б, мы можем подсказать, да, нам звонят, и мы подсказываем, как им доехать, ну, в то место, которое им нужно. Кстати, у меня была личная такая история, да, я оставила свои варежки. Да, и это тоже мы делаем, да. И я позвонила вот в диспетчерскую, когда дошла, и мне очень помогли, то есть мне позвонил водитель, и мы состыковались, и уже мне вернули мои варежки. Но это, наверное, не первостепенная ваша задача, да? Не первостепенная, это такое маленькое действие, но мы действительно помогаем людям много чего найти и вернуть. Спасибо вам большое за вашу очень важную работу. Вот мы очень хорошо узнали о диспетчерской службе, как она работает. Ну, продолжим нашу экскурсию. Мониторингом у нас занимаются диспетчера непосредственно, а вот для повышения качества обслуживания пассажиров наши техники, нашими техниками, специалистами наших отделов были разработаны следующие удобства для пассажира. Это умный транспорт, а также мы интегрировали остановочное табло в нашу программу АСУ-навигации. То есть, получается, пассажиры могут сейчас в любой момент зайти в это приложение и увидеть, когда, через какое время на нужную остановку прибудет нужный им автобус. Да, это очень удобно. Да, и также вот на остановках у нас 50 остановок оборудовано остановочное табло. Также в 2011 году мы внедрили безналичную систему оплаты проезда в автобусах. У нас сначала были старые валидаторы, они у нас на стендовом музее расположены, ручные кондукторы. Ага. Да, а теперь у нас бескондукторная система работает. Это вот терминал, он сейчас здесь в таком в раскрытом, в ремонтном виде. Т2С. Покажи, пожалуйста, Евгений, как Т2, да, Т2МТС. Вот смена закрыта, сейчас он откроет смену, как это делает каждое утро водитель либо кондуктор. Вот 16-й маршрут. Подготавливает к работе валидатор. Это занимает сколько примерно? Терминал сейчас считывает все. То есть безналично он может считать и, получается, NFC, потом QR-коды, да, все карты, льготные карты, банковские карты. Samsung Pay, Apple Pay, все вот это вот, да? То есть можно сказать, что он всеядный, то есть он прочитывает все то, что читается, он все считывает. Ага. И все тут, получается, здесь все фиксируется, да, для четкости? Выдается билет, и на этом билете все прописано. Кто предприниматель, номер автобуса. Получается. Нет, это итоговый отчет вышел. Сейчас вот он пробьет, мы посмотрим на этом билете. Вот банковская карта. Карта оплачена. Да, вот этот звук мы слышим. Вот этот билет. Часто. Вот вся информация, которая находится на этом билете. А вот эта отчетность здесь же и сохраняется, да, внутри? Да, в конце смены, когда водитель закрывает смену, у него выходит итоговый отчет. То есть тут по всем картам, сколько он пробил карт, сколько у него было операций по банковской карте, по социальной, по школьной. То есть это уже информация для предпринимателя. И вообще, ну, по итогу уже там за каждый месяц потом они по зарплате, видимо, рассчитываются там уже. Удобнее стало, да? Ну, я так думаю, что да. Я тоже думаю, что пассажирам, мне кажется, много стало удобнее. Сейчас не надо таскать эту мелочь, постоянно ее готовить. Если есть карта какая-то социальная, льготная, приложил и все. Самое главное, чтобы работал в автобусе валидатор. То есть это тоже как бы одна из таких проблем, но с этой проблемой как бы работаем. Это наша рутинная работа, мы каждый день занимаемся. Хорошо. То есть ремонтом, обслуживанием тоже занимается? Да, да, это ЦДС занимается. Вот, значит, в 2011 году мы запустили приложение «Умный транспорт», которое способствовало для удобства пассажиров. Каждый пассажир может зайти на свое приложение и увидеть нужный ему автобус, когда он прибудет на нужную остановку. Да, это очень удобно тоже. Наше приложение, значит, получается, работает с 2011 года и пользуется очень большой популярностью среди горожан. У нас мы насчитываем по нашему статистическому отчету примерно каждый день по количеству обращений 200 тысяч человек обращаются в нашу программу. Вот если брать остановку кинотеатра «Центральный», то есть это за сегодня, да, правильно? Да, самое популярное. 23 949 обращений уже было. Только, вот, да, только сегодня. Да, вот видите, «Центральный» в двух направлениях. Второе направление 20 857 пассажиров. Это есть, доказывает то, что это приложение, да, действительно нужное. Да, это самое популярное приложение, я думаю, вот среди горожан это вот сегодня, это пользование вот этой программой, потому что всех интересует, когда автобус будет на моей остановке. Правильно? Конечно, конечно. Но теперь давайте пройдем в наш, получается, наше сердце нашей работы, это техотдел, тут серверная. Вась, пройди, пожалуйста, тоже сюда. День. Здравствуйте. Ну, тут вот наши техники, значит, чем они занимаются? Во-первых, ремонтом всего оборудования, потом системным администрированием. Вот непосредственно у нас Василий занимается. Вась, сядь, пожалуйста, свой. Вот. Год назад нами было разработано комплекс светодиодного табло бортового. Это такое табло может находиться в автобусе. То есть оно состоит из 4 табло. Это два маршрутоуказателя, передний и задний. А бортовой, он показывает текущие остановки основные. То есть пассажир может увидеть, через какие остановки проходит маршрут. И внутрисалонное, это для слабослышащих, оно показывает текущую и следующую остановку. Правильно же? Да. Вот наше табло, которое мы разработали. Значит, преимущество их в чем? Ну, видите, оно маленькое, очень удобное, легкое, то есть его можно повесить вообще в любой части. То табло, оно неподъемное, то есть его мы вдвоем поднимаем очень тяжело. А это, видите, я один с легкостью. Это новое, получается, новое. Ну, это как бы это нет, это наша собственная разработка. Тут все наши, получается, запчасти, которые мы ставим сюда, заказываем. Ну, тоже морозоустойчивость, наверное. Но мы подготовим его, да. У нас есть определенные разработки свои, как можно утеплить его. А по эксплуатации, то есть насколько долговечно, вот очень много оборудований, да, у вас валидаторы, табло, вот эти вот светодиодные, да? Ну, у всего электронного табло, всего электронного оборудования у них средний срок гарантии примерно работоспособности 7 лет же, да, Ира? Да. Поскольку меняется, да. То есть где-то примерно ориентировано. Но вот то, что оборудование, которое используют в автобусах, вот, скажем, навигационные системы, они уже работают больше 12 лет, мы посчитали. То есть все равно идет такая периодическая замена, то есть пополнение, модернизация. Но в среднем оборудование у нас уже больше 10 лет работает. Бүгүрдүк бүгүн биһиги олохпут бирбысыспат ардыга болбут автобус курдук общественный транспорт тугунан бисистибит хехалысын трихине болоден эренебин күнай 11-ңар часка буджакуска бирине көрөгүтүн умнуман көрсө хадери.